по парку пройдемся? Вот хорошее место для фотки, смотри. Твои пальмочки любимые. Озеро мы посмотрели, теперь прогуливаемся по парку, который тут же рядом расположен. Где ты хочешь фотографироваться? Ну, не знаю, можно было бы там. Ну, давай там. Можно вот где пальмочки посмотреть. Вот это место после дела. А есть еще точно такое же место, только здесь есть ветки, а здесь нет этих. Да, сколько смотрим эти пальмы и все удивляемся. Какое количество растений тут диковинных таких субтропических. Только вот я это. Думаю, может, пофотографируемся после твоих съемок? Да, 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 сразу сейчас. Посмотри, Наташ, нельзя его поломать даже. Вот я гну его, листок этот. Вот забыла, как называется. Нам говорила с тобой Лариса, помнишь, такие ягодки на нем, на этом дереве. Смотри, дерево, листья одни наверху, а рядом каким-то образом пальма, листья пальмы. Ну вот два ствола. А я не вижу, отойди, ты где? А, все, увидела, рядом ствол. Туда дальше пройдем? О, смотри, это что такое, Наташа? Так, где цветочек найти? Какой красивый куст. Еще один. Так, я видео. Все, включил? Да, 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 включил. Так вот обзор сделать. Непонятно, несколько штук это, а да, тонкие стволы, это совершенно другая уже. Маленьких несколько штук. Да, наверное, вот да? Они как, знаешь, одна длиннее, другая короче, потом еще длиннее. Сейчас поближе поснимаю. Мы с Натальей присели на лавочку, и у нас фотосессия. Здесь вот пальма такая необычная. Мы возле нее фотографировали, смотрите. Но она не одна, тут несколько пальм. Люди гуляют с собаками, работают дворники, убирают все. Ну вот я думаю, у вас будет вопрос, друзья. Вот несколько раз в кадр попадает вот такая пальма, и листья опавшие такие серые. Мы спрашивали у хозяйки, это подморозило. Были морозы, а пальма не любит же морозы. Им нужна влага, солнце. И вот видите, немножечко нижние. Тоже листиков там 5, наверное.
А вот разновидность еще другой пальмы. Мы в Сухум, когда ездили, мы фотографировались. Была такая молоденькая-молоденькая пальма, вот именно такая. И вот видите, ствол, а вот семена. Вот как гнездо. Сейчас я попробую увеличить. Вот, смотрите, эти семена. Куда идем? Еще дальше пройдем? Ну, давай пройдем дальше и потом мы выйдем на... Куда? К морю, может? Вернемся сейчас на центральную. Солнце светит как. Тут уже попроще. Клумбочка. Пойдем налево, Наташ, туда, на центральную улицу. Ой, какие мошки летают большие. Еще один мост, где живут лебеди. Летом, конечно, здесь благоухает все цветами. Вот эти вот кустарники, вот, они цветут, как розы, красными, алыми, белыми. Вот такая аллея. Ну, мы уже вышли из парка и возвращаемся на центральную улицу. Сейчас пойдем к морю. Вот эти нам тоже очень понравились по фотографиям, по летним. Название я опять забыла. Лариса говорила, вот я вам, кстати, про это и говорила, что это вот название, которое я все запомнить не могу, которое цветет большими красивыми, как розы цветами. Вот кто знает, кто отдыхал в Абхазии, подскажите, как называются эти растения. Ох, какая аллея. Ну все, друзья, оставайтесь с нами, мы продолжаем отдыхать в Абхазии. И сейчас направляемся на набережную.